Здравствуйте, меня зовут Людмила Пастанати. Я работаю в сети магазинов «Карамелька». У нас есть собственное производство тортов, которое сравнительно недавно на рынке нашего города и области. Поэтому для привлечения клиентуры, для того, чтобы наши торты больше пользовались популярностью в нашем городе и области, мы решили пройти, ну, я как представитель этой организации, как менеджер по продаже тортов, пройти обучение для того, чтобы как можно больше жителей нашего города и области, ну, а возможно, со временем Украины, узнали о нашей продукции, об ее качестве, об ее составе и так далее, для того, чтобы привлечь к хорошему продукту как можно больше аудитории, скажем так. И поэтому, как средство продажи, мы решили выбрать Facebook и Instagram. Вот, в результате, после этой школы, которую мы прошли, я стала больше разбираться в соцсетях, больше как бы понимать, как можно рекламировать посредством даже и платной рекламы, и бесплатной, и видео, сторис. Я не всегда раньше понимала, как это делать, сторис, там, и там прямые эфиры, зачем они, те же розыгрыши. Теперь я понимаю, насколько это важно. И будем стараться внедрять все полученные знания в нашу фирму для того, чтобы улучшить продажи и качество обслуживания нашего населения.